Все, давай, если не делаешь за 10 попыток, то наказание тебе. Давай. Можно я через твою руку прыгну? Давай. Покажи, пошли! Тебе нужно идти туда, вот туда вот, видишь, вот эту штуку, ты справилась с моим заданием. Нет, стой! Здоровкин ты! В этом видео вы увидите то, как мы съездили в скейт-парк трехсотлетия, трюки на самокате, падение, видео, как девочка выполняет наказание за непоставленные трюки и то, как я чуть не убил маленького мальчика. Досматривайте это видео до конца и думаю, вам понравится. Но перед началом вам рекомендую подписаться на мой инстаграмчик. Вот видите, 7200 подписчиков. Давайте, чтобы у меня было хотя бы 8000. В него я вкладываю разные видео с катания. Видите, From Bright Flat. Короче, посмотрите, ссылка будет в описании. Ну а сейчас погнали. Мы нашли парк 300-летия. Теперь нам осталось найти скейт-парк. Здорово! Чё, как жизнь, пацаны? Ты чё так поздно? Чё? Я его смотрела! Да, привет, пацаны! Маляка какая-то. Какая-то маляка-каляка. Слишком сложно. Маляка. Фокус это не для меня, ребят. Как маляка? Это моя каляка-маляка. Как маляка? Что контент? Ну это не шок-контент, это нормально. Это будет на канале, Влад? Надеюсь. Я хочу на двух. Я снимал вид вот в этот день и очень сильно упал, вот. Видите? Я делал супер крутой трюк, и я его вставлю, если вы сейчас прям поставите лайк. Танчики, сейчас я со сломанной рукой буду делать трюки. Она у меня очень болит, если что. Шлем для безопасности. Я могу выключать? Ну я чувствую. Нет, я просто встала. Я могу выключить это? Я не хочу с тобой ехать. Подожди, у меня очень сложный период жизни. Я снимаю какого-то лоха. Сюда иди. Иди сюда. Снимай меня. Вот, я вот тут вот делать буду трюк. Смотрите, крутая самокатерша. Смотрите, оп. 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 А что ты снимаешь? Бит на бар. А ты будешь подавать в суд, что я тебя снимаю? Конечно. Блин, он почти. Ну это крутой трюк. Вот этот едет с сигареткой в зубах, чтобы было модно. И в розовой кепке.
он крутой, как я. Вот этот чувак нам чуть не разбил камеру своим шлемом. Хватит умирать, пожалуйста. Крутая Алена. Но я все равно круче. Да? Кто круче, я или она? Не скажи, что я. Оба. Нет, стой, подожди. Стой, кто круче? Пожалуйста. Самокатчик. Я думал, он скажет самокатчик. Скейтеры едут. Полезная информация. Нет, стой, нет, стой, Влад. Слышь, Ален, я тебя чуть мальчика не убила, это ты во всем виновата. Нет, на самом деле нет. Почему ты меня не предупредила, когда он ехал? Ну, вообще-то я не видела его, и ты тоже. Он появился в последний момент. Это волшебный мальчик. Она винит во всем мальчика этого. Ну да, я всегда всех виню во всем. Во всех своих неудачах и твоих. Эй, девчонка. Извините, молодой человек, у меня нет мелочи. Девчонка. Что вам? Пойдем, я вас лучше трюком на самокате научу. Трюком на самокате? У меня нет самоката. Вон самокат. Чей это самокат? Ну, теперь твой. Ну, хорошо. Пойдем, пойдем. Вон в тот парк. Буду для тебя учить трюком. Пойдем. На самом деле, эта девочка умеет кататься на самокате. Я сейчас просто буду загадывать трюки, она будет их повторять. А что ты стоишь? Пойдем трюки делать. Пойдем. Пойдем. Вот туда. На подкате. Так, девочка, делай двое пас подкатом. Можно в одну ногу. Спасибо. Все, давай, если не делаешь за 10 попыток, то наказание тебе. Давай. Ален, тебе нужно поставить только две ноги, и ты поставишь. У меня три ноги, а что? Мне нужно две потом поставить? А бэкфлип? И бэкфлип умеет. А ты? Я тоже умею. А ты покажешь потом? Нет. Знаешь, не умеет. Ёлка! Если здесь будет 10 миллионов лайков под видео, тогда будет бэкфлип. У тебя на... Смотри, я загадываю тебе фейки. Вот, от квотера до ската. Попытка номер 7. Ой, пойдем, пойдем. Не-не-не. Пойдем. Можно через твой руль прыгнуть? Давай. Интересно, а через тегу у меня получится? Через дырку? Да. Ну, попробуй. Давай. Не, не буду, я на нее так смотрю, она... Она страшная, да? Да. Покажи бэкфлип! Раз,
Ну попроси, пожалуйста, ее, чтобы она веб-клип мне показала. Веб-клип. Она слилась. Веб-клип. Эта женщина обманывает тебя. Ей нельзя верить. Короче, желание тебя. Тебе нужно идти туда. Вот туда, вот видишь, вот эту штуку. И потянуться два раза. Смотри, если ты не сможешь, то я тебе загадываю еще три желания. Все, давай, выполняй. Раз, два, блин. О-о-о. Все, ты молодец, ты справился с моим заданием. Привет! Где Брай? Давай. Привет. О, ну ему чуть-чуть осталось до него. Ты скоро доберешь. Ну, ты почти сделал. Почти. Почти. Да, почти. Почему? Надо было эту ногу поставить. Да. Почему она катается, но не в защите? Почему ты катаешься без защиты? Зачем мне защита? Я сама себя защищу. Это видео подошло к концу. Да. Я сама крутая. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк. Да. И пишите в комментарии, что вы думаете по этому видео, крутое оно или нет. Ну короче, привет, пока. Подписывайтесь на канал, ну и ставьте лайки, наверное.